Королева Великобритании Елизавета II впервые встретилась с папой римским Франциском. Пожав главе Ватикана руку, хозяйка британского престола и ее супруг принц Филипп выпили с главой римской католической церкви чаю и обменялись подарками. Понтифик преподнес королеве державу из ляпис-лазури с серебряным крестом, просив передать презент королевскому правнуку, маленькому принцу Джорджу. Елизавета же подарила Франциску корзинку с овощами и фруктами, выращенными в саду ее величества, а также бутылку виски. Аудиенция проходила в помещении Ватиканского гестхауса, расположенного по соседству с Каса Санта-Марта, где после вступления в должность решил жить Франциск. С 2011 года это была первая зарубежная поездка британской королевы. Она планировала посетить Ватикан год назад, но была госпитализирована с гастроэнтеритом. За день пребывания в Риме Елизавета также отобедала с президентом Италии Джорджо Наполитано.